Заболеваемость ОРВИ в регионе превысила порог на 15%. Это данные регионального Роспотребнадзора. В большинстве своем болеют дети до 14 лет. Это вирусы не гриппозной этиологии – аденовирусы, боковирусы и риновирусы. Список симптомов у каждого из возбудителей существенный. Среди них кашель, насморк и, естественно, повышение температуры. Как и у бушующего полтора года ковида, при котором, ко всему, еще может пропасть обоняние и вкус. Ну, в первую очередь, конечно, человек, если он заболевает, он должен остаться дома, не ходить ни на работу, ни на учебу, чтобы и себя защитить, и окружающих, и вызвать врача на дом. Это в первую очередь. Ну, обязательно соблюдение постельного режима, соблюдение питьевого режима, то есть он должен большое количество жидкости теплой выпить, или щелочное питье, или компоты, морсы, там, травяные чаи, и начать прием противовирусных препаратов, конечно, по назначению врача. Также помещение с больным следует чаще проветривать и проводить влажную уборку. Но вместо того, чтобы побеждать болезнь, лучше ее все же предотвратить. Врач-эпидемиолог рассказала, что полтора года пандемии уже научили нас основным правилам. Ношение масок в общественных местах, местах большого скопления людей, причем со сменой маски через 2-3 часа. Это соблюдение правил личной гигиены, мытье рук после каждого выхода в свет, грубо говоря. Но самый оптимальный способ, говорит врач, это сделать прививку. Вакцинирование от гриппа уже началось. При этом медики ответили на главный вопрос: можно ли прививаться как от гриппа, так и от коронавирусной инфекции? Их можно делать или в один день, да, и от ковида, от гриппа. Если в один день не получается, знаешь, интервалом в месяц. Но все-таки я рекомендую лучше, наверное, сделать не в один день, чтобы такой нагрузки на организм не было, а сделать там, допустим, от ковида, через месяц от гриппа. Или сначала от гриппа, а потом через месяц от ковида. То есть интервал между прививками не меньше месяца. Прививка что от гриппа, что от коронавирусной инфекции бесплатная. И сделать ее можно в любом медучреждении. Выбор за вами. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».